православном календаре праздник Успения Пресвятой Богородицы завершает годовой круг богослужения. Окончание земной жизни Девы Марии в народе называют еще летней Пасхой, ведь, как гласит предание, она не умерла, а уснула, а вскоре после этого воскресла. Для каждого христианина это еще одно свидетельство того, что со смертью тела душа остается жива. То, что человек каждый день засыпает, это тоже образ смерти. И Божья Матерь, она не умерла, она уснула, и уснула только телом. И как нам кажется, и как мы это воспринимаем во времени, но на самом деле человек переходит к Богу, и он не будет ощущать какой-то длительности между смертью и воскресением. Праздник Успения относится к числу 12 основных христианских торжеств. В этот день, как и перед Пасхой, в центр храма выносят плащаницу, образ усопшей Богородицы. И с радостью о воскресении Пресвятой Девы верующие завершают строгий пост, который длился последние 2 недели. Успение Пресвятой Богородицы отмечается несколько дней. На второй день праздника, 29 августа, церковь прославляет нерукотворный образ Христа Спасителя. В народе этот праздник называют хлебным или ореховым спасом. Принято освящать новый урожай зерновых. Олег Зверев, Василий Колдашов, события.